Вчера пришло боевое распоряжение, в котором было четко сказано первое важное. Это в случае ухода с позиций будет признано как измена Родины. Это к нам обращение. Сегодня они рвут фланги на Артемовском направлении, ведут перегруппировку на Запорожье, и в ближайшее время начнется контрнаступление. Они абсолютно четко говорят, контрнаступление будет на земле, а не по телевизору. Потому что пока в нашей стране все думают, что нужно сделать все в телевизоре. И отпраздновать День Победы. День Победы – это победа наших дедов. Мы на миллиметр не заслужили этой победы. Мы запрашиваем на декаду 7200 единиц. Нам на декаду дают 1600 единиц. Следующее. 7200, 750. 960, 60. Сегодня утром начальник генштаба лично поправил все циферки и уменьшил их в 10 раз. Это очень нехорошо. Если так будет продолжаться, то мы не сможем воевать. Если все задачи выполняются ради того, чтобы обмануть верховного главнокомандующего, либо верховный главнокомандующий вам жопу порвет, либо русский народ, который очень будет расстроен, если война будет проиграна.